Все ж, 20 секунд осталось. Это уже не твои заботы. Слышу людей. О! Hello! Я не вижу. Hello! Не, подожди, одна минута. Сейчас. О, ты в эфире. Сейчас. Hola, там дальше. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Здорово. Что базарить с вами? Хотелось бы, если бы вы были в Москве. Ставим лайкосы. Кто подписался, тот королем остался. Поэтому подписывайтесь. А почему это только во сне? Лакус? Ну-ну-ну. По-испански можешь поздороваться, Ксюша? Hello. Хола. Что там у тебя случилось? Сейчас. О, Елизавета с нами. Короче. Ну, рассказывай, как у тебя жизнь. Плохо. Плохо? Проиграла. Проиграла так быстро? Да. Пожалуйста, не коня, если бы я не села, мне все равно было бы плохо. Но почему это только во сне? Сейчас буду пытаться играть с кем-то отсюда. Я вот сюда попала. О. Как ты думаешь, ты с мальчиком или с девочкой играешь? Я думаю, сейчас с мальчиком. Думаешь, с мальчиком, да? Зачем еще раз? Зачем? Hello, mother. Сейчас. А сейчас сходили. Мне все нормально. Но почему это только во сне? Не знаю, зачем еще раз не посадили. Сейчас чел выиграл один. Стану. Но почему я тут долго во сне? Ксюша, у тебя ж время идет. Не нормально. Нормально все, да? Ты все под контролем держишь? Угу. У меня такая позиция нормально хорошая. У кого лучше, напишите в комменты позиции. Мне кажется, это у обоих. Угу. У нас у двоих нормально все. +18 я люблю смотреть. 18+ я смотрю. Кто
ты, ну давай подпишусь. На чилем. На расслабоне. Пишут, что у черных почему-то выигран. С этим согласна? Нет. Хочешь доказать обратное? Угу. Почему вы думаете, то, что тут у черных выигран? Ну, ничейка это точно. Но почему это только во сне? Если хочешь ничего, давай. Давай, сливай себе рейтинг. Но почему это только во сне? Привет, Ксине. Я тоже Ксине. Сейчас будем играть жестко. Кто твой любимый игрок в шахматах? Фаталити по логике. Сестра. Your favorite chess player is Fatality. Ну, по логике наоборот, я, конечно. And she loves herself as a player. No. Но почему это только во сне? Ксюша, ты знаешь, кто такой Капабланка? Знаю. И кто это? Это такой гроссмейстер. Гроссмейстер? Да. А где он жил? В Испании. В Испании? Да. Так. Но почему? Не, по-моему, он не в Испании жил. Он на Кубе жил. Есть такая страна Куба. Да. Привет тем, кто из страны Куба. Hello. И можно по-испански сказать. Hola. Hello, mother. Не, hello. Hello это по-английски. По-испански hola. Hola. Хава, я люблю похавать. Из кадра вышли все подальше. Но почему это только во сне? Ха. Я выиграл, считай. Блин. Без добавления. Спасибо, без добавления сделали. Мне просто неудобно, ужасно. Ксюша, когда ты выиграешь у Фаталити? Блин. Ты проиграл сейчас? Ничья! Выиграны позиции! Они без добавления сделали! А в следующий раз мы сделаем с добавлением. В следующий раз. Это последний раз, когда мы без добавления играем. Ужасно! Сказала бы я. Hello, Pinkamena, you speak English very well, говорят. Привет. Привет. Она еще успевает в чате на личе списать. Так что, когда ты победишь в Фаталити? Все ждут. Я? Ну, она моя сестра, я ей поддаюсь сама. У меня у самой я была топ мира. Топ мира ты была? Да. Это когда это было? Где-то 100 миллиардов лет назад. Играй, не отвлекайся. Вот. А сейчас что, кризис в творчестве? Или ты по-прежнему топ мира? Я вообще бомбическая девочка. А вы кто? Почему у тебя ник Пинкамена?
спрашиваю. Потому что я раньше не очень была умной, и поэтому я любила мультики. Да. My Little Pony. Да. А там героиня Пинкамена. Которая всех подряд убивала. Лошадку убийцы, да? Ага. Еще. Слушай, ты какие страны хочешь посетить? Францию. А еще? Мамино, ваше сердце. Ваше сердце? Страна такая? Да. Еще кто-то проиграл. Проиграл? Нет. Ладно, я тебя не отвлекаю. Вот такие вот тупые вопросы. Хорошо. А какие вопросы умные, Ксюш? Нет, почему? Какой вопрос ты бы хотела, чтобы тебе задали? Никакой. Я играю, вы мне отвлекаете. Хорошо, давай, пока тебе... Ну зачем? Я так и бездарно играю, и меня с Твистопа задели. Причем он даже без берсерка. А почему это только во сне? Это все я дома знаю, не надо я. Тебе нравится, когда тебе поддаются в шахматах? Да. А когда тебе ничью предлагают, а у тебя проигран, тоже нравится? Да, это довольно часто. Только иногда говорят то, что нет, я не хочу. И все. Те, кто не хотят со мной врать ничью, становятся бесконечная ульта Мортисма. Какая-то крупная мелодия. Какая у тебя любимая песня? У меня? Да. Ну зачем мне такие вопросы? Люди хотят узнать о тебе побольше. Задав такие тупые вопросы. Окей, я скажу сразу. У меня песня Ван Кесли любимая. Что?
Сейчас у меня выиграна позиция. Вот у меня такая позиция выиграна. И проиграна. Не видно в камеру.
Дальше семь. Давайте вспомним. Ну, я играю. Я так играл. Помнишь, что хорошо? Mm-hmm. Не крутись, пожалуйста. Роман, привет. Роман, наш комментатор на английском. Hi, Brian. Все, уже мне что можешь. Давай поменяем.
На этом стуле точно невозможно крутиться. Хорошая работа, Пенкамена пишет. Вы с этим согласны? Нет. Я сегодня все равно после прошлой партии все равно, может быть, читать, я плохо собрала. Салюдос, салюдос. Салюдос, кокос. Нет, салюдос, правильно говоря. Донатили. Сколько? Сколько? Я не знаю, что из валюты. Сейчас посмотрю. Польские злоты. 7 польских злотых. Это сколько задонатили? Даже больше 7 польских злотых. Ну, это сколько за донатчик? Я сейчас переведу тебе. Окей, это сколько? Это 140 рублей.
Поэтому кому вы отдадите их? Поэтому нам кому вы их отдадите? Тебе, конечно, выйдем на шоколад. Что ты купишь на эти деньги? Я коплю Лизе на подарок. Лизе подарок? Какой ты купила Лизе подарок? Я хочу ботинки Чиликс. Какие ботинки? Чиликс. Чиликс? Челекс за... Ну, сейчас тебе... Челси нужен? Да. Челекс? Ну, для зимы. А, Челси, наверное. Да. Какой вид ботинок? Ставьте лайкосы за меня. И донатьте, конечно. Донаты нам нужны. Что бы ты себе купила на донаты? Ну, я бы себе там шоколадку, киндер. Шоколадку, киндер? Там какую-то игрушку. Какую игрушку? Мягкую? Ну, да. Кота очередного? Да, котика. Салюдос Аргентина. На доске происходит. Мама, лучше не смотри. Лучше не смотри. Что-то страшное. У меня трепешка, а у него конь. Я играю с 1500. О, четвертая пешка. Сейчас у меня выиграно. Ай, мацарам. Здорово, малая, пишут тебе. А ты кто вообще? Меня назвал малой.
спрашивают, где твоя шляпа? Мам, давай неси, когда шляп. У тебя их много, какую из них? Любую. Нашла шляпу. А вы смотрели? Вы смотрели сериал «Кальмара»? У тебя розовая шляпа разве была? У меня была, но я не знаю, куда она пропала. Пропала шляпа? На новую покупать? Да, я бы купила новую. Она в моде продается. В моде сколько она стоит? Там 700 рублей. Ну, понятно. Собираем на новую шляпу розовую. Она не розовая, это единорог. Единорог или олень? Единорог. Ой, у меня была у меня олень розовая. И куда-то пропала, да? Да. А у тебя какие варианты, куда она пропала? Меня... Может, ты на улице потеряла? Нет, у меня вариант один такой. То, что мы ее в охоте забыли. А, понятно. На турнире оставили. Да, может быть, у меня такое. Или вы куда-то положили. Вот пишут, что не для детей сериал «Кальмар». Не для детей. Не для детей, Ксюш. Ну, я знаю, она 18+, да? Там дофига убийства. Но это для... Так что через 10 лет посмотришь. Это уже будет не в моде. Уже другие будут сериалы? Да, наверное. Так, прям огромная вероятность. Наверное, устареет просто. Салюдос. Вот тебе не надо было есть эту отравленную душку. А My Little Pony ты смотришь мультик? Больше нет, уже нет. А ты уже выросла. Из My Little Pony выросла, а до кальмара еще не доросла. Нет. Ты знаешь персонажей из игры «Кальмара»? Да. Кто тебе из них нравится? Ой, бедный Аладдин. Смотри, как он ничью случайно сделал. Я играю. Против того, кем Аладдин сделал ничью. Ты смотришь партию Лавина или что? Нет, я сейчас играю с тем игроком, который играл. Ксюш, не качайся на стуле, полетишь. Бонжур. Бонжур, картошки. Камон, салат. Каймон. Изи, изи, камон, камон. Изи, изи, камон, камон. Чё ты там, Ксюш, мата зеваешь?
Однотипный, наверное, да? Да. Да. Один тип. Один и тот же мат. Один и тот же. Выводы будем делать? Да. Спрашивают, какой у тебя разряд по блицу? Ну, по блицу детям не присваивают разряд, насколько я знаю. Да, вы что, думаете, я настолько старая? Мама, хватит меня бить под ногами. Come on. Come on. Вот такого запаса английского и, в принципе, хватает. Можешь мне вообще дать телефон, и я буду сама смотреть в чат. А в чате тут пишут на английском, ты не прочитаешь. Нет. Так, берем бонусский кубок, чтобы он не отсвечивал. Ксюша, ты будешь болеть за Непомнящего или за Карлсона? За Толстячка. За Непомнящего? Да. Хотя я не знаю, может, Карлсон уже тоже Толстячок. За кого-то. Ну, вот пишут, что Непомнящий уже не толстячок. Видимо, похудел. К матчу. Наверное, спортом занимается. Конечно. Ну, кто толстячок, за того я буду болеть. Тебе просто нравятся толстячки, да? Да, потому что они пухленькие и миленькие. Вот так вот. Привет из Ирака тебе передают. Краба? Из краба? Нет, не краба. Можно сказать, и краба, наверное, из Ирака. Ирак, страна такая. Привет из Ирака. И пацаны, самый сложный вопрос в мире. Король может съесть ферзя? Ответ – нет. Почему не может съесть ферзя? Потому что мы представим... А, ну да, кстати. Мы из Москвы. Хорошо, в каком городе? Мы из Москвы, Москва! Москва, Токио. Вам тоже привет. Hello, всем привет. Чьи кубки? Лизины и мои. Но больше Лизины? Больше моих и Лизиных. Мам, ты посмотри на мою позицию.
скажешь, у кого тут лучше. Я ничего в этом не понимаю, Ксюша. Ты хочешь мое экспертное мнение? Да. Кого лучше, у черных или белых? Да. Мне бы было поприятнее играть за черных. Ну да, у меня тут лишние пешки. Сейчас у меня прям больше будет выиграно. Что-то пишут, что ты мат пропустил, но у нас задержка трансляции, может быть. И пропустила. Ну, это маловероятно. Потому что не было мата. Да нет, все пишут, что ты мимо мата прошла. В этой. Прям только что. Нет, не только что. Ничья. Это ничья. Ну, вот теперь уже ничья, наверное. А было выиграно. Не, ну, у него, типа, у него был... Легко, может, да, съесть ферзя. Да. Mm. Король может съесть ферзя, конечно. Пешка в ферзя превратился, наверное, король ставил, съел ферзя. А что, тут можно было что-то? Или просто ферзь поставил себе и съел? Нет, если просто ферзь стоял, его нельзя, не может съесть король. Что ж, ну, позиция зависит. В каких-то позициях может. Ну, если просто ферзь подставил ферзя королю, то да. А если просто ферзь стоит, то король не может. Но у тебя есть еще какие-нибудь шахматные вопросы, кроме этого? Можно ли поставить вилку на 10 фигур? Ну, сейчас узнаем у наших подписчиков, можно ли поставить вилку на 10 фигур. Можно поставить вилку на 10 фигур. У вас 10 секунд есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, пишите ответик. Восемь максимум. Пишет. Почему на восемь? Бывает, мне кажется, ферзем. Ферзем на 10 фигур? Угу. Пишут, что нельзя на 10. Можно. Это в голове сложно представить. Изи-изи.
Вот видишь, все сходятся на том, что на 8 фигур максимум нужно вилку поставить. Мне кажется, нет. Когда-то опровергнем, Шерри. Проверим, проверим. И снимем видео, как можно поставить вилку на 10 фигур. Да? Угу. Ну, короче, еще расскажу. А, может быть, нет. Или да. Ну, а ты ставил когда-нибудь вилку на 10 фигур? Никто не ставил. Или нет, я не ставила. Максимум... А почему ты так уверена, что на 10 фигур можно вилку? Да, типа, я уверена, потому что ферзь на 10 соединяется вокруг фигуры, и короля рядом, и все. Просто окружают да. Все? Да? Да, вот. Но я люблю ловить. Нет, откуда у меня так мало времени? Вопросы. Сейчас мам вообще меня вопросами не интересует. Так, ну тут пошли вопросы про рейтинг. Мам. Ну ладно, не, я тебя не спрашиваю, не отвлекаю. Что рейтинг? Мне сейчас очень мало времени. Я тебя не отвлекаю. Не прерывайся на игре. Сядь подальше, а то у тебя одна корова в кадре. А что, все коровки любят? Да, Ксюшокова, ферзя 8 полей. Представь, ферзя, вокруг него 8 клеточек. Нет, он... Нет. Чуть-чуть... Да. Мам, с кем я играю? Тапшир. Не знаю, какой ты никнейм, понятия не имею. Будем надеяться, с очень достойным шахматистом ты играешь. Которого я по никнейму, есть. Ксюш, не могу идентифицировать, с кем ты играешь. Представь, как ты представляешь своего соперника? Жирного. Может, оборот, с красным дипломом. Весь прыщавый очкарик. Нет, качаю корову. Корову не качай, думаешь, а корову потом покачаешь.
Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Есть такая песня. Привет, Андрей, сегодня твой день рождения. Мы передаем тебе большой, самый большой в мире привет. Привет, Андрей, я передаю тебе привет. Ведь ты Андрей, Андрей, Андрей. Привет, Андрей, передаю тебе большой привет. Оставать меня, меня. Ну давай-ка пролайкаем тебя и да. Привет, Андрей, ты очень красивый. Ты, Андрей, мой любимый. Ты, Андрей. Андрей, так, какие еще у нас имена есть? Привет, Лиза, я тебя люблю. Давай вместе повеселимся. Пойдем ночью на вечеринку. И давай-ка снова веселиться. Привет всем. Я не знаю, кто, но все равно привет вам. Кто дизлайкнул? Видишь, лайк остался. Привет, Андрей. Теперь передаем очень большой привет. Привет, Андрей. Не знаю, кто ты, но привет. Привет, привет. Привет, Андрей. Передаю тебе. А кто еще хочет музыкальный привет, пишите. Кто еще хочет музыкальный привет, пишите. Мам, я 2200 выиграла. Я сегодня ужасно играю. Может, тебе поддались? Да, Берсерк он взял. Я так круто его сыграла. Я без качества его обыграла. Так, не свались со стула. Я не свалюсь. Потом пойду. Все идет к тому, что ты свалишься. Андрей, спасибо большое, то, что помог. А, ну и сейчас мне 600. А, спрашивают, сколько стоит, чтобы сыграть, но у нас турнир бесплатный, это арена для ЧЕС. Поэтому просто нужно дать заявку. Нет гарантии, что в турнире вы попадете на партию с Тим Каменой. Ну, сейчас кто-то со мной попал. Are you crazy, Пинка? Ты сумасшедшая? Пинка Мина, ты не умеешь играть, кто-то постоянно пишет. Мне постоянно пишут, Пинка Мина, ты не умеешь играть, ты не умеешь играть. Так это ты не читай. Слушай, не трать времени, отвечай даже. Слушай, у тебя время идет. А ты в чате пишешь. Кто-то пишет нет. Вопрос вице-президенту. Трудно ли ей с такими одаренными дочками? Я их не считаю одаренными. Ты хочешь сказать, я тупая? Нет. Ну, в крайности пускаться. Разве человек может быть либо одаренным, либо тупым, а промежуточных вариантов нет? Я советую в чате не писать. Время идет. К сожалению, Ксюша любит тратить свое время на ответы в чате, которые не чес.
А знаете, я понятия не имею, какой у Ксюши рейтинг, и его абсолютно не отслеживаю. Рейтинг является отражением силы игры. Мне главное, чтобы она росла как игрок. Соответственно, будет расти рейтинг. Ну, спрашивают тебя, Ксюш, провокационный вопрос. Кто играет сильнее, Аладдин или Фаталити? Ну, честно скажи. Аладдин. Я его иногда обыгрываю, как Элизу. Но чаще Лизу. Чтобы поиграть с Ксюшей, надо 50 рублей. Да нет. Сейчас идет турнир «Арена». Можно, в принципе, перейти по ссылке, которая в описании канала. И, может быть, повезет, вы поиграете с Ксюшей. Люди пишут. Игорь пишет, совсем не умею играть в шахматы, подписался на канал только из-за тебя. Спасибо, Игорь. Если ты меня любишь, надо донатить. Какая ты материальная девушка. Астрахань болеет за тебя. Так у меня и так выиграно. Ты знаешь, что такое Астрахань? Что? Это город. Что? Недалеко от Каспийского моря. Круто. Да, это точно все современные девушки меркантилии. Все современные умные девушки меркантильные. Молодцы, вы мои. Чупи-чапи-ча. Топ-топ. Подписывайтесь. Не знаю, у меня сейчас поперла игра. Я уже возвращаю рейтинг. Подписывайтесь.
подписывать. Вам всего сейчас сколько задоначили? Слушай, я не считаю, не знаю. Можно. На польские злоты задоначили. Еще. Еще. Надо посмотреть. Май. О, нам задоначили. Не знаю, что за валюту, сейчас посмотрим. Если это миллион, то удивишься. Сарудовский реал. И сколько задоначили? 50 всего. Да. А, нет, 25. 25 сарудовских реал. Ну, вот мои. Мои. Вот все донаты, это мои. Хорошо. Ты уже думаешь, что ты на них будешь покупать. Угу. Еще рыбу. Знаешь, сколько 25 саудовских реалов? Сколько? Так, ну это примерно 480 рублей. О-о-о! Много? Мои деньги. Твои деньги? Это богатство целое для ребенка? Да. О боже. Тебе еще сейчас Василий Анисимов задонатил. 1790 рублей, Ксюша. Спасибо, я богата. Богата? Прям вот богата, да? Не богата, а богата. Спасибо, Василий. Просто спасибо. Так на что деньги будешь раскладывать? Я не знаю. Не знаешь, такое богатство вообще свалилось на голову. Надо подумать, да? Ты еще столько денег в руках не держала. Ну, 5000. А, 5000, да, держала. Недолго. Потом купила на них кота. Вот этого огромного пешего. А, покажешь какого-то? Да, вот этого кота я бы купила. И я его купила. Это золото. Видите, я осира сури йоджа. Индюри ти та, индюри та та. Просто сейчас... Я не знаю, я ахнулась. Понимаете ли? Нет, кубки, медали не все Ксюшины. Половина Лизина. Половина точно Лизина. Пишет, что слона надо было брать с шахом.
Ж подальше, что ли, посадьте меня. Ой-ой-ой. Да, абсолютно с вами соглашусь. Лучше бы деньги давали вместо кубков. Потому что... А на что бы мы, Ксюш, деньги израсходовали? Наверное, я бы купила... На тренеров, себе. Да? Купила бы себе тренера. Не так много тренеров. Не лишние, не нужны. Лишние не нужны, только какие тебе нужны? Те, которые у тебя есть. Угу. Я буду покупать попыты за те деньги, которые мне дали. Да. Нет, попыты — это невыгодное вложение. Ну, окей, какую-то большую игрушку. Люблю большие игрушки. Подружку для кота купишь, да? Да, рыжего. Теперь. Пишу тебе I love you. Спасибо. Тебе кто-нибудь признавался в любви? Никто? Нет, лишь первый раз. Признались в чате. Ксюша, а Пулю любишь играть? Это моя любимая. Да, Пуля твоя любимая. Только сядь хорошо. О, у тебя и так выиграно, зачем ты думаешь? Ты же пишешь, что не видно тебя. Хочешь, я тебя стучу? Не знаю. Всем спасибо. Ты паузу хочешь взять или что? Паузу. Ты можешь взять паузу, поотвечать на вопрос. Давай я паузу. Только где? Все, давай-ка отвечать. Да, я мы буду... пока взяли паузу, можно ответить на вопросы. Это самый большой там. Так, что у нас спрашивали? О, это еще? Игорь нам задонатил. Спасибо. 449 рублей. Спасибо, Игорь. Спасибо, Игорь. Есть. Все. Это вообще-то круто, то, что я больше 2000 заработала. Ты уже, Ксюш, зарабатываешь деньги. От Ютуба. От Ютуба. Благодаря умению играть в шахматы. Так и я бы хотела больше на своем канале. Ну, у тебя канал твой не шахматный. И чё? У меня Among Us. Я только Амогус. Какое твое самое заветное желание? Мое? Да. Мое самое заветное желание, чтобы мне не снились те сны, которые мне сегодня приснилось. А что тебе сегодня снилось? Ну, я тебе рассказывала. Ага, кошмар. Что земли не будет, что катастрофа, да, случится? Да. Гарри Поттер или Рик и Морти? Я Рик и Морти. А кто это такие Рик и Морти? Я их не знаю. Помнишь, мы, короче, где-то были, ну, короче, куда-то уезжали. Там в Сочи, не в Сочи, ну, где-то, короче, были. И мы хотели посмотреть фильмы, был Рик и Морти. Угу.
Я хочу еще раз посмотреть. Ты увидела то, что это 12+? Не-не-не-не. А, Катя просит музыкальное приветствие. Также... Катюха, Катюха, привет с нами днюха. Ура, ура, Катюха, Катюха, ура. Катюха любимая будет всегда. И теперь Катюха, королева наша. Катюшечка, всем привет. Катюхи, давайте, зажигайте. А в каком классе ты учишься, Ксюш? Во втором? Да, во втором я учусь. Симпсоны или Гриффины? Симпсоны. Симпсоны. Симпсоны? Почему Симпсоны? Потому что я не знаю такой мультфильм Гриффины. Гриффины? А, ты только Симпсоны знаешь. Но и Симпсоны интереснее. Если еще кто-то хочет музыкальный привет, пишите в чате свое имя. Если пишите кто-то еще хочет написать и мою песню про имя, пишите в комментарии. Какой предмет любимый в школе у тебя? У меня? Да. Труд. Труд. Вот так вот. Потому что ты любишь руками что-то делать, да? Угу. Ну, музыка тоже ничего. А, про Нурика песню спой. Нурик, Нурик, наш мышочек, Нурик, ты наш лучший комочек. Нурик, Нурик, все тебя любят, потому что ты Нурик, 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 Рик, ты наш волк. Нурик, Нурик, самый лучший Нурик, 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 наш король, Нурик, Нурик, топ. Кто еще тоже хочет песню свою про имя свое, пишите в чат. Эрикита, Асине, Сони, Йоджа, и я. Тян. Ты можешь на английском слушать песню спеть? No. Нет, я не умею. А у тебя же какая-то была любимая песня на английском? Monkey says all this. Full on name, possibilities are like I'm on. Почему не строишь матовые батареи слон ферзь? Спрашивает Петр. Так я уже построила. Уже построила? Ну, у нас задержка небольшая. Арикита, осенний стенний йоджа. Иду ридита. У нас небольшая задержка, если что. Если там... Наруто или One Piece? One Kiss. One Kiss, может?
Я ненавижу Наруто, мне не нравится Наруто. А кто это такой, Ксюша? Это такое аниме. Аниме такое. Я больше люблю там тетрадь смерти, Габриэль. Я вообще про это ничего не знаю. Ксюша, что ты можешь про свою сестру сказать? Моя сестра... Она плюсы или минусы? Плюсы или минусы? Давай плюсы. И потом минусы. Один можно минусик. Окей. Первый один минус в том, то, что Лиза постоянно думает, то, что ее обижают как-то. Плюсы. Она красивая очень, она очень хорошая, добрая, щедрая. Вообще самая лучшая на свете. Василий пишет, я твоей сестре недавно проиграл в турнире. Ничего страшного, в следующий раз выиграешь. Да, у меня двое детей. Двое детей? Двое детей и третий ребенок президент. Чего? Чего? Ну так говорят. Я обязательно, если он президент, то... Это наш папа. Наш папа президент. Кто хочет имя про песню про свое имя, пишите в комментарии. Аргентина хочет, чтобы ты привет передала. Привет, Аргентина. Очень интересно, какой IQ у таких детишек. Я не знаю, мне вообще никакие цифровые показатели не интересны. IQ вообще ни о чем не говорит. Только мама всегда говорит, если ты хочешь быть умной. Ну, и что? А сама думаешь, то что? Валера просит песенку про свое имя. Валера, желейный медведь, Валера, давай-ка покушаем с тобой мед. Валера, Валера, наш Дед Мороз, давай поиграем. Валерка, Валерка, Валера, Валера, лучший ты Валера, всегда. Да, мы будем играть с тобой. Валера, Валера, лучший ты в компании. Валера, Валера, ты смешной. Валера, Валера, ты вообще король. Валера, Валера, ты наш президент. Кто хочет тоже свою песню про имя, пишите в комментарии. Валера, Валера, Валера мой хороший. Валера, Валера, ты мой медвежочек. Сколько? 10 польских злотых. Это сколько? Это 180 рублей. Ура! Ура! Ух, у нас уже очередь появилась из желающих песенку про свое имя. Никак. Давай про Сашу. Саша, Саша! Александр. Наш... Александр.
Александр, Александр, ты наш президент. Александр, Александр, ты наш лошиент. Александр, Александр, ты наш большой орел. Александр, Александр, самый лучший ты. Александр, Александр, ура, ура, ура. Давай сыграем вместе. Ура, ура, ура. Александры, самые вот умные. Александры, Александры. Там-там-там-там-там-там. Там-там-там. Игорь, Игорь, Игорь. Игорь, Игорь, Игорь. Ты нас любишь. Игорь, Игорь, Игорь. Все тебя любят. Ты наш бургер. Ты наш бургер. Бургер! Мы тебя любим покушать. Ведь ты хороший, красивый, это вкусный. Это другой Игорь. Который не бургер, Кинг. Игорь. Не Наумкин. Наумкин тоже Игорь. Но это другой Игорь. Игорь, 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 ты наш большой волк. Игорь, 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 ты наш песик. Игорь, 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 самый ты лучший. Ты наш президент Чес Файт Найта. Нет, президент Чес Файт Найта не Игорь. Кирилл. И теперь Кирилл? Нет, 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 нет. Какой сейчас? Так, про Василия. Василий, 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 ты привет. Ура, ура, ура! Давай поиграем. Василий, Василий, ты наш лисенок. Давай сыграем вместе. Поиграем, поиграем. Василий, Василий, ты наш лучший век. Василий, Василий, давай поиграем. Василий, 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 ура, ура. Василий, так, привет, привет тебе из Турции, Ксюша. Из привет Турции. Из Турции. Hello. Turkey. Hello, Turkey. О, я сейчас играю последнюю партию. С 2029 годом. 2029 годом? Да. 2029. А это рейтинг? Это рейтинг, наверное, это не год. А ты думала, год рождения? Ты играешь с человеком из будущего 2029 года? Давай с ним поговорим, что будет в будущем. А ты сама что думаешь, что будет в будущем вообще? Надеюсь, земля, ну, наверное, будет все абсолютно грязное. А воздух какой будет? Что? Воздух какой будет? В будущем. Ну, воздух тоже. А что-нибудь хорошее будет в будущем? Наверное, будут какие-то прикольные вещи новые. Какие новые вещи? Чиститель воздуха? Аладдин выиграл. Аладдин выиграл турнир. О, поздравляем. Аладдин выиграл. Василий Анисимов нам снова задонатил 1790 рублей. Спасибо. Давай вообще посмотрим, сосчитаем, сколько вообще. Сейчас будем заниматься подсчетом. Да? Да. Ну давай, пока всем. Что Василию пожелаешь? Василию удачи, успехов, молодец. Привет из... Ух, ты можешь прочитать, откуда привет? Зальфенштайнермер. Я думаю, это... Купи классный подарок. Либо спасибо. Германия. Спасибо, спасибо. Купи классный подарок. Пока, Василий. Пока, 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 Василий. Ну, всем пока, удачи. Только в камеру скажи. Всем пока, удачи. Можешь танцевать. Пока всем.